Приветствую, с вами Елена Литвиненко. И открываем мы наш осенний семестр именно с 7-дневного онлайн-практикума. Все будет происходить онлайн здесь и сейчас. Естественно, что на это обучение я приглашаю всех, кто хочет освоить умение вот свободно выступать, скажем, на прямых эфирах, в прямых трансляциях. Что для этого нужно? На самом деле нужны 4 основополагающие момента, да? Это какие-то основы ораторского мастерства, да, чтобы суметь подготовить свою речь, чтобы она была в определенном формате, в определенном лимите времени, и научиться тезисно, по тезисам, ее воспроизводить в эфир. Второе. Это, конечно же, важны операторские какие-то знания, да? Собственно говоря, один раз ты это узнал, понял, и дальше ты уже можешь это применять. Для того, чтобы выстроить вот какой-то такой симпатичный, композиционно правильный кадр. Освещение, фон, все это играет определенную роль. Третье, конечно же, нужно технически разобраться, как эти прямые эфиры назначать, в каких социальных сетях это можно делать, как приглашать людей на них. И, соответственно, как включаться и понимать, да, мой эфир пошел. И четвертый момент – это, конечно, какие-то дикторские умения, да, то есть умение четко говорить, говорить с определенной громкостью, с определенной подачей. Эти 4 основополагающих момента я намерена вместе с вами воплотить в жизнь вот на этом 7-дневном курсе. Естественно, что результатом этого практикума будет положительный, как минимум первый, а может быть просто у вас был какой-то негативный, не очень удачный опыт выхода в прямой эфир. Так вот, я нацелена на то, чтобы все получили положительный опыт вот этой вот прямой видеотрансляции. Обязательно напишите, хотите ли вы точно так же начать вместе с нами осенний семестр. Вот с этого самого 7-дневного практикума, который я предлагаю. Приглашайте друзей, если знаете, кто заинтересован в этой теме, для кого это важно. Все ссылочки будут под этим видео. Я вас жду, друзья, собирайтесь. Будем вместе практиковаться. Для вас, я полагаю, что это будет очень полезно, ценно и своевременно. Ведь всего на сегодняшний день именно вот эти онлайн-видеотрансляции все да больше и больше становятся трендовым инструментом для продвижения себя и своего бренда. До встречи в эфире!